Предприятие «Торено Эко» приглашает за покупкой овощей. Картофеля, продовольственного и кормового, моркови, свеклы, лука, капусты. Продажа производится по адресу: Брест, Шоссейная 2, подъезд вдоль железной дороги. Телефон 80162-45-29-11 и 80033-388-1493. Продам «Шкода Октавия» 2002 года, 1,9 TDI, коробка-автомат, цвет голубой металлик, вебаста, кожаный салон, в хорошем состоянии, 3900 УЕ. Телефон МТС 375-29-721-90-25. На работу вахтовым методом требуется рабочая по «Монолиту». Телефон 8-0-25-644-93-78. Продам деревянный дом в центре Иваново. Телефон 8-0-162-55-44-71 и 8-0-29-224-37-04. Сдается двухкомнатная квартира. Восток, Партизанский проспект. Рядом магазин «Монтана» и остановка. Телефон плюс 375-29-722-82-87. Учебный салон красоты школы парикмахеров «Семь образов» приглашает вас на стрижку к стажерам под руководством наставников. Мужская стрижка – 40 тысяч, женская – 50, окрашивание – от 50 тысяч рублей. Брест, улица Кирова, 50. Телефон плюс 375-29-728-12-55 и 80162-21-07-62. К сведению жителей Брестской области. По субботам с 9.00 до 12.00 в каждом городском и районном исполнительном комитете работает прямая телефонная линия, позвонив на которую, можно задать волнующие вопросы представителю городского районного совета депутатов или руководству городского районного исполнительного комитета. Управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области проводится набор кандидатов из числа учащихся выпускных классов общеобразовательных школ Бреста и Брестской области для поступления в учреждение образования Академия МВД Республики Беларусь на Следственно-экспертный факультет. Телефон 80162-27-37-11. С 9 до 18.00. Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям предупреждает: граждане, соблюдайте правила пожарной безопасности, не перегружайте электрическую сеть, не эксплуатируйте неисправные электробытовые приборы и приборы отопления. При возникновении пожара звоните в службу спасения по телефону 101. Беларусь 4, Брест. Телефон рекламной службы 8-0-162-20-35-45.